Персонал регионального диспетчерского управления энергосистемы республики в Якутске теперь может удаленно включить или выключить линии 220 кВ, которые находятся на Светлинской ГЭС. Гидроэлектростанция является пилотным проектом по внедрению дистанционного управления в республике. На вид обычные шкафчики, внутри контроллеры производства прософт-системы. Их устанавливает подрядчик из Новосибирска. Планируем к размещению около 40 шкафов, в эксплуатацию вводим согласно плану-графику, который согласован с коллегами Светлинской ГЭС. Все работы собираемся окончить в 2025 году. Работы идут согласно стратегии развития энергетики России. Она обязывает перейти на дистанционное управление гидроэлектростанциями и подстанциями до 2035 года. Еще одна задача – заменить иностранное оборудование отечественным. Это все позволит обеспечить эффективное использование ресурсов и управление оборудованием Светлинской ГЭС. Также увеличит надежность в работе оборудования и сократит затраты на обслуживание.